Видно, что уже начинает. Бубочка. Он ослик хороший, мой любимый ослик. Дашка, это хорошая. Дашка. Конфета ей большая, слышишь, да? Да, не надо, да. Дашка, ты классная. Там, в ее положении сейчас нельзя. А что? У нее будет осленок. А так взрослая для меня она будет. Всё, будет. Да, она потянет. Вообще, у нее 150 килограмм потянет гору, но могу вас еще поднимать. Она даже не вздохнет. А своя не самая выносливая. Да. Это самодельная или продается? А? Почему? Не продаются или не сами делают? Все же ручная работа. Ручная, да? Это все полностью. Наши люди на комнате делают. И уздечки, и повода, и наушники. И подкрутки. Если она не пойдет, то пойдет. А? На ту сторону не пойдешь? Да. Дашка. Он делал больше, чем это вот белый. Это вот ее мама, чистая монголка. Она это монголка. И такой у нас мама. Какой хороший. Какой у него ушки. Хороший. Полюблюсик. Монголы больше похожи на призывай. Ну это вот не все. Эти короткошерные. У нас два братца украинские. Вон там. Там ее моют где? В озере? Мы берем его. Там привязывают ведрами. А что его недалеко? А? Отсюда. Ну у нас сейчас конечно. Так. Вот у нее вообще стоило ее. Она сейчас пока тут стоит, а так за 45 километров отсюда. Ого, далековато это. Машины не приезжают, все своим ходом? Приезжают. Да, приезжают. Делать без не, у нас машины нет, а человек все относится. Так она он убежал. Нет, она в гараж пошла. Я там уже договорился. Окей. А так у вас по времени это около часа, да? Можно любую пробовать. Кого мы нашли? Тут только комаров на мне. Где там жабка? Вон она. Вон рыбка. Горный воздух. Мангуб кале. Чистое озеро. Ландшафтная архитектура. Местная живность. И лучшие впечатления. Здравствуйте!
Скажите, а как называется такая рыба? Щука, настоящая щука. Класс. Красивая очень рыбешка. Thank you.